Подросткам часто бывает не с кем поговорить. Когда ни родители, ни друзья не могут выслушать, школьники ищут понимание в интернете, а там зачастую скрываются опасные для детского здоровья и жизни вещи. Достаточно вспомнить нашумевшие группы смерти, орудовавшие в одной из социальных сетей. Как уберечь детей от этой проблемы? Об этом идет речь в цикле встреч с психологами и родителями учеников. Основное правило, которое существует, что нельзя выдавать все свои данные конкретные о личности. А что касается подростков, сам, и детей в том числе, говорить и писать, и выкладывать в интернете можно только то, что ты готов, с чем ты готов поделиться. Вот вообще в открытую, в реальном мире. Родители слушают внимательно, задают вопросы, а после признают, что многое из сказанного необходимо использовать в родительской практике даже тем, у чьих детей нет проблем с зависанием в интернете. Мой ребенок не испытывает тягу к интернету, потому что мы прививаем ей задачу здорового образа жизни. В семьей, например, если это зимний период времени, стараемся кататься на лыжах, проводить больше времени вместе. Круглые столы в школах Нижегородской области с начала учебного года организуют депутаты-единороссы. В школе очень приятно, что школа не едина в воспитании и становлении личности ребенка. И государство проявляет к нам свою заинтересованность и помогает активизировать эту работу. Основным путем, конечно, является это донести до родителей, до детей опасности и методы, как противостоять. И также вот резолюция круглого стола у нас сегодня являлась то, что надо все-таки усиливать контроль государства. По инициативе единороссов принят закон о введении уголовной ответственности за создание групп смерти в социальных сетях. В законопроекте предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Под действиями групп смерти в документе подразумевается склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры. Оксана Пногушина, Объективное НТВ.